Тверскую область в конце рабочей недели все-таки накрыло снегом. Усиление ветра и осадков синоптики прогнозировали еще в начале недели. Также метеорологи предупреждали о гололедице и снежных заносах. Декабрьский снегопад добавил работы коммунальным службам. На городские улицы вышла техника МУБЖЭК для расчистки от снега дорог и тротуаров. В ночь 24 на 25 декабря в Твери работало около 30 единиц. В дневное время для вывоза снега и его расчистки задействовано 32 машины и 130 дворников. 789 километров городских дорог обработаны реагентами. Это более 400 тонн песко-соляной смеси. 71 тонна при этом ушла на посыпку тротуаров. Автовладельцам рекомендуют быть внимательными на дорогах при таких погодных условиях.